меня нет. Я думаю о ней и думаю о ней. Чё, ну я заходи, да? Ну, все в ПВЕ. Все в ПВЕ. Все в ПВЕ. Сейчас, кстати, проверите, серьга, когда две серьги работают, нет? Они работают, но... Нет, они, конечно, они не работают, они просто большую площадь охватывают. Тарик, кстати, ты... Это... Ты обещал меня посмотреть, типа, то, что я зачарился на прошлом CLK. Вы меня выгнали, так сказали, чарись. И камни в центре я оставил. И зачарился. Мне... Сказали, ты не пойдешь, так как ты не зачарен. Меня выгонили. Просто раз. Ну, хотели за выгонить, но ты сказал, типа, нет, нет, нет. Что нет, кто, кто, что, о чем, какой ник? Ты говорил бонг-бонгер. Ты думаешь, я помню? Ну, я зато помню. Ну, сейчас посмотрим. Я скажу свою резолюцию. Да, нормально, нормально зачем. Ну, подожди, раньше времени, не надо. Полистарт у кого-то. Там только в поезд, да? Дополнительно. Нет, ты тренируешься. Техничка. Ой, что-то я лагаю, блин, надо, наверное, этот вырубить. Булстокс. Булстокс. Мастер, тут Колба. Молчит партизан. Да. Урва. Ты мне перекинул с этого, с шамана, ЕП, блин, на основу. Сколько там было за грулмаги? Что? Да не, нафиг мне 3600, мне с грула магика, я этого бомжа вообще не привязываю никому. Я им и не хожу как бы в рейды, чисто если хил. Но... Согласен, сейчас бы твинами в рейд ходить. Вот ну, это я чисто сюда надо? Нафармить колечко иду, я даже ничего не рублю тогда. Не знаю, зачем в личный кабинет, это предбай эпичник, страна политики. Не знаю.
А ты винду менял или что? Да. Вот. Смотри, ты поменял винду. У тебя новый айпичник. Вот тебя пустило в игру. То есть зайди, подтверди свой вот этот айпичник, который сейчас ты понял. Новый. И заходи только на один аккаунт пока месть. Это Сомалийского, чтобы тебя не забанило. И все. Ну или на других, если аккаунтах можешь себя подтвердить, так же само, тоже заходи. Мастер, тебе что, бан давали? В смысле, кто ему уж бан давал? Не знаю таких. Короче, смотри, моя изолюция. Пряжки нету. Это пряжки да. Нету. Потом. Вытираю. Чарки на плечах нету. Она просто дорогая, бля. Вот, ну, смотри, так, у него на штанах топовая. У него 260-е. На говно штанах. Он вот топовый на 232 штаны, он топовый чарк, который касает, стоит, поставил. Да. А на плечи 260-е, как бы. На что хватило? На что хватило? Я тебя понял. Так тебе бы на плечи хватило, а на эту бы какую-нибудь 200 зачарил. А ну. Бомбер. Ты меня осматривай. Так что, мне выходить или нет? Да нет, что, 25-ку обычку, что, таких бомжей провагоним, все нормально, успокойся. Сейчас я по талантам Лена, посмотрю. Лена, ты что, не хочешь идти, я не пойму. Где Чулан? Да Чулан, наверное, не хочет пойти или хочет. А что ты вот давайте этот талант начнем, не вкачиваешь? А? Какой? А вот мне это, нужен вот еще один танк, который сплетнется в танк, да и все. Ну я типа по гайду шел, тут по гайд. Подожди. Это я просто в лицо гайдеру плюю, ты не подумай, ничего, братан, ничего личного, но вот этот скилл тебе как бы в ПВЕ явно просто необходим на самом деле. Вот какой? Может он этот ПВП гайд открывал? Сумоним ромки. Это возможно, кстати, возможно. Поехали. Шлак какой-то вкачал, ебать. Вот 3% к хосту, как бы, на автоатаку тебе явно нахуй не надо, брат. А вот он, как бы, да, там другие скиллы защиты более прощительные. Пойди, перекинь спек, пока это делаем. Трэш чистим, пойди переделай, да и все. Иди переделай спек, это говно какое-то. А то тебе опять... Как бы без мастера ауры ретриком ходить, это только Шреддер может, как бы, понимаешь? Вот. Но он на команду ему простит. Кайф, вообще не уже узнается, как ты видишь. Сейчас смотрю, мастер ауры... А, он вообще в та... А, нет. Ну-ка, Серега. Мастер ауры... О, в Кашин! Обрыгал. Так. Пошел вытирать. Хочу царя. Непоколебимая вера, это заебись таланты, блядь. Это Ну это Шреддер, господи, что ты от него хочешь? Кто ты? Сейчас. Его дезориентируют на хотелкай. Давайте еще раз. Ребят, там что, кто еще второй, кто мой? Сейчас посмотрим. Может, пан спекнет. А Шреддер, он молодец, он как бы шарит, да знает, всю игру прошел как бы уже несколько раз. Хунта, он можно вообще под золотой дождь пускать сразу. Второй виндранер. Обезьяна, у тебя ЕП заморожен. А где это делается? В Гумагане? Где сбрасываются усиления? Как такие холи спеки вообще создают, блядь? Вот как порочность 4 вкачать из 5, блядь? Вот, блядь, как так-то, блядь? Царь обезьяна где? Коман. Я не знаю, у меня топовая прокачка. Как раз на Т5. Где сбросить таланты? В Гумагане.
там, где колодец. Только в этом? Что мы тратим? Ой, в этом, в Огре? Да, да, в Шторме. В Шторме, как же это? Бейте трэш, хильте. Сначала как призыв к насилию. Мастер, что-то ты пропадаешь, никогда не говоришь. Зайдите сюда, в арку. Вот сюда, где я тотем поставил. Не, я здесь не стяну, там кануть. Блин, зайдите в арку, а то могу бесконечно. Я не могу, кто-то бомжей дал. Какой-то бомж, да, бомжей дал. Кто танчит вот это говно? О, ты сейчас танчишь. Ты будешь танчить. Никто не танчит. Да. По-моему, три танка спекнулось, а хилит я вообще не пойму кого. Не, это печально. Вы наркоманы, еще больше сагрите, блядь. Подождите, я вам сейчас пойду сагрю, блядь, вам. А давайте весь трэш сагрим, блядь. Это же делаю, весело. Нормально, давайте, танчите дальше, блядь. Еще сейчас сагрю, подождите. Дай пизду, блядь. А, микстурка, тебе трейд на обмен на починку кидать? Ну, кому-то весело просто, блядь, полкомнаты агрят, я добавил. Я не знаю, кому-то весело... А, нет, у меня почта пришла, а то у меня... Короче, кому-то тут танком быть не дано. Как бы тяжело, даже, блядь, три шмотки Т-10-2, там, по весу, скажем, в 260-м шмоте удержать против Т-5. Сапрут не сделал, блядь. Что, блядь? Запрот не запилил. Аук, нахуй. Аук наркоман не сделал, блядь. Даларан, нахуй. Зачем? Ты меня тебе называла! Даларан, а мы с тобой не пар. Короче, инфа сотка. Иллюжины убивают лича багом. Иллюжины, богоюзеры. Что, в натуре? Ого, а ты с ним в гильду пошел, ты тоже богоюзер. Не, это цитата пива с форума. Мастер, ты че, наркоман? Короче, бьем такие лича, короче, на третьей фазе. Он такой говорит... А там хуй от мастера вытираешь, да? Такой... Нет, лич такой говорит... Лич такой говорит... Ледяная скорбь жаждет крови. И он такой стоит, короче, ничего не делает. Все такие стоят, бьют его, короче. Духи сверху лича такие. Я говорю, блядь, отводи, духи. Такой хуй, смотрю, что-то не то, блядь. Думаю, лич стоит, нихуя не делает. Я говорю, блядь, лич забагался. Такой кричу в дискорд, блядь, комната сейчас идет. Скоро комната закончится, духи полетят, отбегайте, нахуй, все отбегают. И там, короче, у них какой-то стрим. Бегите, голубцы, да? Да, и какой-то этот челик, ну, стримит через этот Дискорд или через чё. И там стрим этот смотрел то ли пиво, то ли кто. И на форуме тему создает, короче. Иллюжины убивают лича багов, ебать. Три комнаты, блядь, лич ничего не делает, блядь. Там, на самом деле, одна комната была, у меня видео есть. И пиздец, там, короче, писанина. А хули ты ржешь, если их забанят, то ты в бан тоже улетишь. Не, там не забанят. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Чтоб ты понимал. Чтоб ты понимал, чувака забанили, зачем? Короче, за то, что ему 2000 голды передали в трейд.
Ну там голду-то не передавали никакую. Нет, я тебе просто объясняю, тут могут забанить за любую хуйню. А вы сразу, наверное, ее разбанят потом. Нет, как бы тут такая политика, то что они настаивают на том, что этот сервер как бы замечательный, хотя это не так, и никаких багов тут в помине быть. Вот, и как бы если что-то багается, то это багаете вы, как бы, и ловите за это бан. Ага. Мне на самом деле похуй, у меня еще перс есть. Вот я играл на X1. Там люди начали ныть то, что это челики убивают одного босса в Наксрамосе с помощью бага. Типа вот там, как что называется этот босс, который это, волны поднимаются такие с земли, и короче, тот, кто стоит в них, тот ватшотит. В общем, нужно четко бегать. Этого деда убивали, как же, но чумной, по-моему, нет. Нет, я нет, скажу, нет, блин, как же его зовут? Сейчас я скажу, как его зовут, подожди. Сейчас Наксрамос. Я понял, что за это... Там еще ачивка дается за это. Ну, готик нет, не готика. Резуи. Ну, Тадиус нет. О, Хейган. По-моему, Хейган. Короче, люди, это, чел начал ныть, типа, вот, мол, люди убивают багом. Да-да-да. Админ такой это написал. У нас на серве такое, типа... Сумоните, пожалуйста. Все заебись, типа, все нормально работает. Через два дня какой-то опять стример что-то стримит. Ну, пуги пошли, короче, убили его обычно багом вот этим, типа, вот, все, забагали. В итоге начали других видео кидать, нашу гильдию там начали видео кидать, там тоже у нас какой-то недостример появился. В общем, перебанили где-то гильдии 4 на месяц. Да вы что, издеваетесь нахуй? Господа хорошие, наркоманы, а может быть вы все подойдете и мы бить начнем? Почему вы в ебеняк стоите, блядь, а три коллеги только трэш чистят? Тем похуй, да? Не, ну потому это... Потому что мобы в рейд смотрят, блядь, и ложат хилов. Если, блядь, не разворачивают танки. Это не танки, это просто кто-то бегает и агрит, блядь. Не знаю, зачем этот лишний трэш все пулят. Это рамка. Ага, педаво. Так что тут паны пролетают по кустам. С таким успехом можно все в ДД идти. Зайдем. Ой. Не, ну хорошие 25 обычек, я прям вот предвкушаю, будет хорошо. Мы без орала идем, что ли? Да раздавака не будешь, доливай нахуй тогда, боже, блин. ВП дадут. И еще, и еще даже и царю плю. Я ну не знаю, так, а вы можете заводчик подойти сюда, где танк танчит? Ну где это вы станет? Все к пану, потому что как бы он здесь танчит, стоит, понимаешь? Да... Так вы не пейте, вы что делаете огро, блядь? Постучал. Вы знаете, что на самом деле пан не сильно бьет. Там просто у него на столе очень много мелких вещей, и из-за этого чуть-чуть слабенький удар, и все это громыхает. Да ладно. Отставь свое лицо! Я тебя ударю, блядь. Посмотрим, как. Раскрыли он. Я бы свое яйцо подставил на самом деле. Зачем? Если бы у тебя оно было, блядь. Это ты агрессивный вообще, прям обидел меня. Бля, царь мазохист. Ты бы по яичку по моему ударил кулачком. Ну чё, похилим там чине. Чине. Сука.
Вот, смотри, вот я не пойму, блядь, кто-то разворачивает мобавры и тупо плюет по нам по 13к. Да, это вон сзади моб, вот где скелет стоит, бьет зеленого моба, там стоит слуга трона. Мы же, хули, мы же, блядь, надеемся на одного скиллованного танка, которого, сука, нету. Так спекнись. Он в танке. Мы же, блядь, не можем кинуть удушение, мы же не можем, сука, каз сбить, мы же нихуя не можем, блядь. Мы бомжи. Я лишаю своим ДКшником затанчил, блядь. Там, сука, без крови из глаз нельзя на него смотреть, блядь. 4Т4, блядь, 45-е, ну. Тринька, блядь. Сека, блядь, 245-я. Убили, ну, блядь. У меня вопрос, как человек хлопает и нажимает на кнопку? В смысле, так я походу себе бью. Он по щеке чем-то себе бьет. А если бы ты знал, чем я себе бью, походу? Ты бы так не удивлялся. Ну чё, ребят, такими темпами мы часа через два до ребра дойдём. Ой, Сад, ты не агри, блядь. Но потом дойдём. Ну смотри, блядь, неадекват, что ли? Тебе чё, одного моба, что ли, много? А? Да дай хоть бафнуть, блядь, люди прибирают. Опять будем бегать по два человека. Почему ты этого наркомана царём назвал? Почему я вот могу забафать веселить, а ты нет? Нет, ты за ДК дав горный, пизда. Но я ему завара нихуя не дал, и пизда. Потому вот, что гладиолус. А я за приста, блядь, и каску, и лапу вам бафнул, на. За приста, и каску, и лапу? Да. Ты прям и лошадь, и бык, и баба, и мужик. Ну да, нахуй. О, каз били, я все думал опять приехать. Господа, вы можете как бы свести их? Я не знаю, ну что это за наркомания происходит? У меня глазки болят уже. Не плачь, не. Хорошо, не. Дайте деру. Мне кажется, ли у нас где-то около 6 варов, ой, танков. Мне кажется, что у нас в рейде около 6 долбоёбов, которые в рейд разворачивают эту хуйню, и я дохну пока... Вот, как бы я уже на 150 ралды починился. Я тут только начало. Мне кажется, кто-то каски не бафнет. Какой-то пидор. Так и меня нету. И меня не суммонили, мне сказали таланты, и меня я поменял. Жду суммона. Нахуй ты суммонил. Краску прокачал в тебе. Камень Долран, блядь, и Суинс. Как тебе повезло, что ты это не видел? Ты бы, наверное, сам бы... Мне повезло. Ебать, еще один идет нахуй. А у нас рох нет, да? Зачем они нужны, согласен. Ну, профи, походу, повеселимся, если да. Вот на завтра нету РТ, давайте сегодня там 8 боссов за то да пронос. Раздавака, а у тебя хуй до жопы дорос? Ну вот и еби себя сам. Да пронос, хуй до жопы дорос. Ненавижу, блядь, цыган. Раздавака, чё цыган?
Можно сделать скрин, короче, этого, что написал пожирание, и ему мут этот бан ебанут. Прямо возле дома мне дадут. Ты чё, это российская хуйня? За такой кстати, предлагаю добавить. Проверить сотки. Походу там уже нет коней. Сотки? Да. Ну, 100 рублей, понял, да? Можно выйти и обновить инст. И еще раз трэш почистить. Да, может кому-то репа нужна. Диме нужна, это он все по-любому орёт. Чего, чего на вред не взяли? Кому он нужен? Че с него взять? Жрите рыбу. Шкаф поставьте. Блять, не в рыбе ставь. Блять, не в рыбе. Как это звучит? Шутки, блять, я думал, на меня опять орала скинет, не знаю. А ты чё не говоришь? Хотел сделать имя, но что это не я играю. Не буду. Сука, такой рейш и пизда. Нормальный рейд. Мы без напу идем, а не с напу. Не, ну как бы этих двоих можно за напучек не считать? Они один раз кинут, а потом забудут. А во-вторых, что они кинут, что не кинут, толк никакого. А МП5 кто бафает? Я тут им ставлю и все. Так же, как и кулаки, блядь, никто. Мне на крок зайти не... Так, шо я бафую? Расскажите сразу, шо мне бафать? Кулаки или МП5, что-нибудь? Скажите мне, я буду бафать это все время. Ретрик? Да, я ретрик. Вот бафу кулаки. Нихуя ты билд скачал нормально, ты откуда нахуй эту ссылку? Я из интернета, блядь, интернет зло. Я ни одного... РЛы! РЛы! Хуйлы, блядь! А не на кругу, зайти не... Еще раз повтори. Какой нахуй? На кругу! Что ты говоришь? Нет, ты ДКшкой будешь, ты же сказал. Танчить будешь. Да заходи. Будешь сказал, что я буду ДДС. Свет, блять, нахуй ты их слушаешь. Ты не говори, ё, мне зайти или будешь. Мне не зайти. Ты блядь, скажи, я нахуй захожу на рогу, идите нахуй, и все. На пул надо, на протовары нахуй. Все, я все раздал, все, что смог. Роги нахуй, я вообще не понимаю. Роги топ-класс. Объясните тактику долбобику мне, то есть, да. Тактика, бьешь босса, не умираешь. Умираешь, кстати. Блять, можно я буду? Похуй, тактика, хуя. Ну ладно. Во время боя. О, у нас еще один долбоеб на пушке с каркой рыцарь, блять. Заеби. Кикайте нахуй, якутия, срай. Убивает, блядь, нахуй, вытягивает души мне. Наркоман, однако. Не, ну с такими тринями, да хули бы не рыцарь ты, ебать. Душу он вытягивает. Рыцарь, блядь. Да поебать, я могу раз ударить и сменить. Понял, объяснял. А это наркоман. Тебе рыцарь зачарил, да? Блядь, мне 400 голов. Рогу бафнули, кинули каску, кулаки, т.д. т.п. И поехали. Гоу-гоу-гоу, поварень. Еще каску по роге. Лапу.
О, сука! О, курва! Мистер Ретрик, Бон, как там тебя, и Хан. Может быть, вы не будете ловить дамаг от лужи? А кто им, блядь, запрещает? Я ГП не могу начислять этим бомжом. Друль, нажми лап. Лена, ты понял, что здесь шмотки за ГП? А где горды, сука? Тотем стоит. Я понял. Блять, пиздец, у меня плава отключаться началось. Блять, я так хотел его напало себе, сука. Даже у турбо, блять, по шипам больше пизда. Блять, мастер. Давай я тебе скину лутера. У меня дона нет. Еще хотел два. Дона. Я тебе кольцо и вот эту ДС скину. Сейчас лутера дам тебе разрыв. Ой, ну зад, да этот, а да и этот, там, да он рекрутером не может ничего. Осколок есть? Шрёдер. Есть. Есть, да? Тролльки, блин, тролльки. Блядь. На, лидера, дай мне ассиста, будешь этому осколок давать. Да, пинкани хпс, плиз. Шрёдер. Грип, забирает на грип. Танковские стены. Main object. Хорошие, что? Никому не нужно. Начальник object. Я, короче, на рейд сейчас смотрел. И вот под битвом вообще не приседал. Да нет, рейд, вот смотри, у нас две трени, и рейд вообще не проседает, ну, то есть это такой обзор беж. Придется побегать. Зато у нас хилы не умирают. Так, а вы чего, у нас, сука, все без задонов, что ли? Ну, я без задона, я как бы и не ровлю ничего. Я пришел сюда так репу побить для всех. Да, это... Пожирание я хотел же выходить, нет? Уже не хочешь? Нет? А какая разница, геровский нет? Не, ну в рофлике столько пулите, ребят, вы, ну серьезно, что
нахуя вы это делаете? Чтобы было... Сейчас танки упадут, и мы вайпнемся, я тебя поздравлю. У нас один рестер шаман, а остальные два хила на массу. Нету рестер шамана. Он был. РДД в крест играем. Ой, в крест череп, блин. А все Габелло вон. Не сы, играем до последнего. А ну что же хоть, пиздец. Ну пиздец, задержка, нажатие на клавиши. Контрол. Встали, побежали, риснулись, сорян. Что ждем? А давай еще сагрим, хули нет, почему? Все РДД бьем по черепу, милики не трогаем. Чё это, блин? Я не знаю, чё это. Собирай, Шреддер, собирайте. Чё они сделали с СЛК, блядь? Ёбаный сит. Это походу этим что откидывает агрит. Вечный холод, вот этот бомжатский 264-й сделали зеленым, суки. Хуй его знает, почему он зеленый. Ну типа внешний вид. Ну чё, у нас эти ревнители зашли в рейд и просто положили всю пачку сливом. У вас танк умер. Не бегал полбуш. Да блять, ну как так-то нахуй? Кто это агрит? А тут чёрный, блять, трэш агрится сам по себе какого-то. Не сам по себе он агрится. Мне кажется, это молния шамановский. Это все пан. Ну хоть ты кто, вот кто это? Сосель, тебе пиздец. Что? На тебя трэш побежал, я об этом в смысле. Я пытался съебать. Ты дерзал, блять, гром и молния? Короче, это хан, ханты, все, это все ханты делают, это все локи, это все шаманы виноваты. Ну короче, хоть кто-то все... это стоял АФК, так что я не блять, мог. Вообще, вы релите или что нахуй? Поставь метку вот тут, где портал нахуй, встаньте все сюда нахуй. Один танк приведет моба, блять, и будете его бить нахуй тут. Сука. Берите ханты петов своих нахуй, удалите их нахуй, блять. Ёбана в рот. Я в бою, ага. Значит, это моб забагался. Да вон он ко мне подбежал, поебал, он мне дал, короче. Было. Здравствуйте. Гром и молнию, пожалуйста, не юзайте, блять, шаман. Либо ставьте символ. Турбо. А чё Турбо умер? Прикольно, да. Он передо мной сидел и умер, нахуй. Нора нам прилетел рассекающий с Турбо. Где-то моб в текстах. А ну... Я не могу встать. Лестните ещё? Спасибо. Всё, к вам идёт. Он поэт. Можно идёт. Мне, моб убийца. Умирайте. А вот он бежит. Танки забирать разумеется. Ебать, он быстро бегает, нахуй. Он спортсмен. А он тебя на эстакаде находил?
Да. Кунг снимал, блядь, и пизды дал. Плечи авось. Шредер череп отвел. Отводи. РДД по черепу поехали. Да иди. Смотри, как все привыкли, что сомалийский танчик. Пусть будет, одеваться нужно как-то. Шкаф поставьте. Короче, он после каждого боя походу линковать будет. КС. Короче, первую фазу Джайны прошли. С вторым составом? Я, короче, смотрел видео на Джайну, вот это, как асгарды убивали. Я бы не сказал, что у них там куча ДПС, пиздец. Когда там они ДПС убивали, там Т5 не было. Думаешь, ее изменили? Там просто, блядь, сбегаться, разбегаться надо и все. Я мобом. Выходят мобы, все по мобам играют. Без исключения. Одна одна сторона справилась, идете помогать другой. Дух, бахните. Каску, дух. Блять, у меня клавиатура периодически отключается, вообще пиздец.
каску, кто бафер? Бомбер, ты кидай каску. Или что ты бафаешь? Нет, я не каски, я кулаки раздаю. Шредер, скидь всем каски. Хорошие все. Еще раз чек. Полны, что капец, что ГП получил. Войт, давай ты будешь слева, а Шредер справа. Я уже справа. Ну, ладно. Мобы давайте, танки собирайте, поехали на бухлин. С лестницы одного заберите. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах. Блять, я в контроле. Контроль, мастер. Еще и брусты только прожал, да идите на. О, а дом уже две пушки снимает, нормально. Так он две снимал. Не, ну я сюда одну. Разумеете, порча появится. Мобы 10 секунд, контроль 10 секунд. Готовимся. Мобы 5 секунд. По мобам играем. Наурк, короче, в эту в ДД спирт. На лестницу моба забери кто-то. Посылка можно. Ну, в принципе, да. Мы можем своим задом вообще вдвоем стоять, хилить на эту плоту. Ты ничего не можешь. Прости нас, Войт. Мы все проебали, да? Контроль 7 секунд. Пришла пора взять все, ты не в силах. Противиться моей. Я в начале рейда говорил, я до 10 часов, так что убиваемся. Это по Геру. Геру он еще не будет. Чем мне тут делать? Я одному не помню. Таунт, ёбаное все, Шредер. Ты ж спишь. На все воля господина. Сука. Отказываемся от лута. Пойдемте на квест. Угу. Там квест есть, кстати, мастер на великан, если что. Наверное, прикольно. Осколок есть, Шредер нет. Куда идти, переместиться в мало цвета или в... Черепный вал. Самое последнее всегда выбирай. Чувак, кстати, ты тоже квест взял? Нет, пойти возьми. Кейни делал. Мы раз 25 хэм его не делали. Ну, может, в хэм и делали. Делали. Не. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя
Занять позицию. Ну что это и будет? А, я понял. Гарбу убиваем, давайте. Зачем вы этого дурака теряете? Он же не убивает рейд. А мутик вам с ребятами идет ловить. Кто идет? Ну, видишь, сейчас занят. Сзади мобы, я там будет баб. Ты чё, клоун? У меня рыцарь на пушке на второй, блядь, который я собираю души. Я ее меняю в бою, блядь, с мобами. Вот ты иди бей мобов, значит. Сука. Давайте хули все зачистим. Садик, где свой дракон? Давай сюда, чтобы не его увидели. Да нифига этого пидора, блядь. Ближе, еще мобы есть, да? Там пару маленьких. Это те, которые дерутся, наверное, там будет, понял? Заводи в палатку его, давай сюда подвигаем, мы все в палатку стоим. Да. Thank you.
слышно. Я вот смотрю, как захиливает эта сережка. Прикольно. Смотри, рейд поднимается. Микрофон к лицу ближе, а не что-то другое там поставил себе. Извините, я просто на него сел. Говоришь, хорошо захиливает, да? Ты что, блядь, какая свинтура, жопой говоришь? Ну да, сука. Как я его учил так разговаривать, камон, здравствуй. Короче, блядь. Теперь бежим убивать мой бог. Утя, блядь. Ёбаный свет. Соточку, соточку. Портал есть, нахуй. Ты что, не в курсе? Нажимаешь портал, мол, от света, блядь. И там моб стоит. Труба, она не скидывается. Зря ты так. Только умирать надо, или бог. По тебе давай. Сука, весь гайд для ути, блядь, пропустил. О, стрел. О, пускай соло хуярит этого моба. Я вообще не знаю, есть ли смысл дальше поддерживать сути отношений, если этот наркоман зачарил себе рыцаря на пол. Да, он зачарил его на грани трех, которые формирны. Да ладно. Ну ладно, ладно. Еще моб где-то. О, ебать, он еще тем. Блин, ну зачем ему был? Вестер тут стоит, ну? Я вот здесь квест брал, поэтому... Там какой-то наркоман подошел и спулил. А нахуй ты его не сюда мог здесь брал? Квест на первом. Да я не знаю, где там он еще берет. В смысле, блядь, я, сука, блядь, сука, на первом этаже, да, нахуй, заебал. Я предлагаю за это хп дать. А, блядь. А нахуй, когда мы соточку в начале инста стояли 3 часа, блядь, били трэш, это нормально? Да это тоже так ты, а? Ну-ка, кому там ебало плю? Мне. Ты видел, он был в агрегаре, я даже не встретил, когда мы трэшли. Вот, кривом тому, кто был в агрегаре. Блядь, комбат не спал, ебано. Саджира бегал, блядь, не знаю, подвези внизу там. Турбо, подвези, блядь. Где-то проповедника стоит цепную исцелять. Пидорас. Так мы, блядь, в комбатеке не надеть. Как? О, 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 о. Короче, идем на корабль, где мой босс. Проповедник висит на Китае. А где он, я не знаю. Метку может поставил. Эту хрень, которую я ликанул, я в сундук положу. Можно, пожалуйста? Я ликанул, ладно, я плечи. Я растану чудовище. Я в сундук положу иллюзки. Ну ты, на... латный наплечник, я растану чудовище. Я ликанул рейд. В гильдии будешь? Да, да, это твоя боешка. А лучше продай ее. Ну, рыцаря нет. Выкинешь чарку. Ну ладно. Блядь. Как бой снять? Надо убить проповедника, который висит на китами. Но он... Господи, иди сдохни на лифте, как я. Пошел, спрыгнул, сдох. И все, блядь. С корабля пойдете все. Поголовно все на ком игрок. Из-за какого индивида у нас вот эта хуйня происходит? Скажите, пожалуйста. На Кромагро прыгать корабля, да, стопудово? Да. Ну, царь, если чё, а чё? Короче, пока... Путя пошёл, ебашь ГП, пизду нахуй. Я уже спрыгнул, блядь. Залабер. Подохните. Короче, нужно, чтобы все подохли, иначе этот моб будет постоянно на другого человека идти. И ладно, я так понял, это все будет через полчаса, пойду отойду. Ладно.